обследовали территорию гаражного комплекса, и за гаражным массивом, там где находится стройплощадка, увидели мужчину, назвал свою фамилию, имя. Было установлено, что мужчина находится в розыске, как без вести пропавший. Находился вот в этом месте более суток, в дождливую и ненастную погоду. То есть человек на самом деле погибал здесь, потому что сам он выбраться не смог из-за вязкой почвы и труднодоступности. После чего я подошел к нему, подтянул к себе. На мужчине были видны характерные пятна, что свидетельствовало о его переохлаждении. Повернув мужчину спиной к себе, я вытащил его на более сухой участок данной площадки, после чего подъехала бригада скорой медицинской помощи, где мы помогли транспортировать данного мужчину. В дальнейшем работники медицины госпитализировали в медучреждение. Мужчина был спасен. В приемный покой медсанчасти номер 2 был доставлен мужчина 59-го года рождения, который был найден во овраге сотрудниками полиции. В настоящее время состояние оценивается как удовлетворительное, жизни ничего не угрожает, благодаря слаженному действию сотрудников полиции. И хочется отметить, что если бы поиски пациента затянулись, это могло бы привести к ухудшению состояния. Мы благодарим сотрудников полиции за слаженность, своевременность и компетентность. Мой муж, страдающий нейродегенеративным заболеванием, ушел гулять 4 часа. И должен был вернуться через несколько часов, но не вернулся. Я попыталась поискать его, ну, по всем тропинкам, где он гуляет. У меня ничего не вышло, я его не нашла. Ну, подождала, ночь ждала, потому что, ну, бывало так, что он возвращался. И утром обратилась в добровольную поисковую организацию, которые мне спросили, обращалась ли я в полицию. Я сказала нет, мне сказали срочно обратиться. Я тут же пошла, написала заявление о пропаже мужа. И вечером этого же дня мне позвонил мой следователь и сказал, что его спасли ребята патрульно-постовой службы. Ну, отправили в больницу. Вчера я его забрала, сейчас он находится дома в хорошем состоянии. Очень рада, что так быстро ребята среагировали. То есть, если бы было промедление, то, конечно, мужа бы я живым не увидела. Поэтому хочу выразить огромную благодарность ребятам с патрульно-постовой службы Анатолию Алексею, которые себя мужественно повели, и оперуполномоченному Виктору Николаевичу, который за его доброе, хорошее отношение. Всем здоровья, и чтобы люди... Все эти люди оставались такими же добрыми и отзывчивыми.